Народ, посмотрите на эту срань. Это же офигенно, ну. Смотрите. Пацаны сделали рефлекшн. Отражение. Шейдеры. В этот самый. В игру. СП. А я только сейчас вкурил, как это делать, ну, как это использовать. Правильно. Тут еще, конечно, не все гладко. Ну, вот это то, что вот оно такое немного черно-белое, это у меня просто такие текстуры на мече черно-белые. А так, если вот беленькие сделать, отражение будет идеальным. Ну, как идеально. Оно не идеальное, точнее говоря, вот. Ну вот, вот, видите, баги. То есть это дергается отражение, как бы, но все равно, если на это закрыть глаза, это же, блин, это же офигенно, смотри. Причем все отражается, такие вот кирбалены, что же. Сейчас покажу. Так, что нам сделать? Так. Кирбалены, что же отражается, офигеть вообще. Я только сегодня вкурил, как это использовать. Я не то сделал. Выходи, давай. Вот, кстати, на самих кирбаленышах это не работает пока что. Ну, там парнишка какой-то делает. Вообще. А я слежу. Я сам-то в этом ничего не понимаю. Ну, во, смотри. Ай-яй, не туда, зараза. Что ли? Как тебя вот сюда шлакать, да? Давай, давай. Я покажу просто. Вон, вон стоит сейчас. Блин, тут с кнопками проблема. В какую сторону? Во, во. Смотри, смотри. Вон он. Классно, а? Смотри. Вообще обалденно. И это причем вот эта фигня, ну, Reflection, она парнишка добавил шейдеры на стоковые объекты. Вот, например, стекло. Вот. Ну, видишь? Стекло синее. Тоже рефлектует. Теперь можно зеркала делать. Для керблов. Ну, вообще всякие вот такие блестючие детали можно делать теперь. Типа металл. Ну, металл, да, смотри. Ну, так, если не придираться к мелочам. Металл, ну или стекло, наоборот. Ну тут надо поиграться со светом, там, шейдерами, с текстурами. Шейдерами я не умею играться. Я даже не знаю, что это такое, честно говоря. Шейдеры. Не, ну офигенно вообще, блин. Я сейчас расскажу, как это, ну, как это в КСП перенести. Ну, то есть, как сделать так, чтобы все это блестело и отражалось. Ну, кстати говоря, тут вот если взять, например, любой другой аппарат, вот, он даже в ангаре будет отражаться. Так, тихо. Во-во, смотри. Reflection. Ну или другое, например. Так, стоп. Ну, на этом плохо. Ну тут, собственно, в стоковых деталях особо отражаться-то нечему, честно говоря. У меня модов нет. А, ну вот я еще один шарик сделал.
Он тоже прикольный. Отражения такие можно медь, например, сделать, да, но это не совсем медь, но что-то похожее, да, смотри. Ну-ка погоним. Так, где это? Упурат. Допустим. Допустим, так, не так, и вот так, и так, и так. Смотри. Ну, на медь это не особо похоже, потому что надо текстуру делать какую-то, видимо, золотую ближе. А это тут у меня вообще текстура древесная стоит. И будет медь. Ну или золото, например. Но это не особо. Нет. Мне вот этот вот футбольный футбол больше нравится. У него, правда, тут что-то карта криво легла, и я не понял почему, но разберусь потом. Карта текстур криво легла. Не, ну вообще офигенно, да? Я прям офигеваю. Чё, раньше так не сделали? О, господи. Это ж сколько надо было времени пройти, чтобы наконец-то появились рефлекшены. Ну вот так вот. Ну, он еще не идеален, конечно, он дергается, но это все мелочи по сравнению с мировой революцией. Ага. Ага. Давай. В какую сторону? В эту, не в эту. Давай, отрази шарик мне. Эй, шарик. Отрази шарик, сказал. Ну вот, что-то не хочет, он... Мой шарик, он почему-то не отражает. Ну, я, наверное, что-то неправильно, да еще не все знаю. Ну, это ладно. Тут, наверное, когда делаешь деталь, надо что-то тоже подстраивать. Потому что это мои деталюшки, это два шара. И они, короче, не отображаются. Для них, видимо... А, ну для них, наверное, тоже нужны... В общем, я ни хрен знает, как это работает, честно говоря. Я это еще не знаю. Я знаю, что Reflection заработал. Для меня пока что это самое важное. Я так обрадовался, что решил поделиться с теми, кто не знает. Так, ну-ка. А что-то на этом шаре и это самое. И вот эта фигня тоже не отражается. Стоп, а может быть оно вообще не отражается? То есть только кербалайц отражается. Керболёныш. А детали нет. Ай-ай-ай-ай. Ну да, походу так и есть. То есть отражение деталей я что-то не вижу.
Ну, ладно, это, наверное, это может быть не последний фикс, ну, патч фикс, как его назвать-то. Ребят работают. Ну, то, что сделано, это, конечно, вообще офигенно. Интересно, как это в космосе будет выглядеть, вообще, наверное, офигенно. Или нет. Тут, к сожалению, в космос не могу попасть, потому что... как он называется-то? Короче, перемещалки нету, нифига, вон солнышко даже видно, смотри. И гиперэдита нету здесь. Да, такие дела. Ну-ка, подойди к шарику. Вот интересно, что если управляешь кербаленышем, то отражение не видно. Отражение становится видно только когда... Вот, когда я в режим шара переключился. Вот. Теперь кербаленыш есть. Вон он. Рожа помятая. А если, короче, если я... Во, вон кербаленыш был. А если я, короче, кербаленышем подхожу, то рефлекшн не работает почему-то. Как я уже сказал, пофиг. Может быть, я что криво не так надо делать, может быть. Вот, сейчас переключусь, например, на... Так, о, кербаленыш появляется. Йо-хо-хо, прям наружу кривая Боба, смотри. Глюкнул сейчас. Скафандр в сторону съехал. Пиум, ой. Пиум, пиум. Ну, блин, пацаны, вообще респект, просто респект. Уважуха и респект. Ой, классная штука. Теперь можно детальки всякие мастерить, блестючие. Это, может, и раньше работало. Я вообще-то видел видосик на ютубике. Там тест был. Но как это сделано, ни полслова вообще не написано. Как они это делают? Хоть писали, что я это сделал так-то, не знаю, вот так-то. Хоть там, я не знаю, по-китайски, но напишите, что вам жалко, что ли? Господи. Люди будут знать. А то сделают и молчат в трубочку, блин. Сделал, но поделись с народом, так вот всем же хочется. Кербалайцам тут особенно. Ну ладно, все липко, конечно. Но я сейчас расскажу, как я это сделал. Ну, собственно, что рассказывать? Как мяч сделал... Как мяч сделал рассказывать? Да что там особо-то и рассказывать нечего. Точнее говоря, рассказывать-то там есть что, но мяч я делал тоже по гайду. Мяч я делал вообще в этом. В 3D Max. Ну можно и... ну это просто текстура мяча. А вот, например, вот эта вот фигня. Это просто шар. 3D Unity и текстура дерева на нем и все. Больше ничего нет, это стандартное. То есть это стандартный шар юнитовский, который делается одним кликом. Так, 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 так. А, эта фигня улетает.
Короче, ладно. Заигрался я тут. Сейчас расскажу, как сделал. Короче, идем в Google, набиваем вот так вот и ищем. Находим вот эту вот ссылку. Жмякаем. И вот здесь вот все написано, собственно. Показано, расписано, как, чё. Такая вот деталька есть. В общем, это мод. Он как бы полностью мод. Вот. Идем по ссылочке. И, собственно, вот он. Скачиваем его. Вот этот вот. Но это просто мод на шейдеры. Так. Сохраняем. Это мод просто на шейдеры, без запчастей. А чтобы были запчасти с этими шейдерами, это вот по этой ссылочке надо идти. Здесь уже шейдеры плюс запчасти есть. Тут тоже много чего написано, много чего написано. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И в английском ноль, нубас-нубас. Пишут донаты. Угу. И где-то ссылка на скачивание есть тут. Вот. Скачать. Ну я этот сам мод не скачивал. Ну вот он, ну ладно, вы, короче, скачиваете и получаете в комплекте шейдеры плюс запчасти всякие новые. Ну, меня запчасти не особо интересуют, поэтому я их попробовал в это самое. В одной версии у меня что-то шейдеры не заработали некоторые. Вот это отражение у меня не заработали почему-то. Вот. Но это еще не все. То есть вот вы скачали. Теперь надо. Теперь надо почитать форум, как бы. Тут вот так читаете. Тут вот есть человечек с ником. Вот этот вот, по-моему, электрокутер. И вот он что-то тут пишет. Я тут переводил. Сейчас. Вот, да. Вот этот пост. В этом посте есть ссылка на скачивание того, что нужно. Вот, текстуры с Unlimited Stock Zip. И тут два файла. Конфигурация этих текстур, ну и сами текстуры, собственно, их тоже скачать надо. Ну там кнопочка вот вверху есть. Скачать. Короче, скачивайте вот этот вот архивчик текстуры Unlimited Stock Zip. Вот. А дальше делаем так. Дальше делаем так. Открываем вот этот вот сначала текстуры Unlimited, который 1.1.0.12 zip. Здесь вот game data есть. И вот эту текстуру Unlimited переносим в нашу game data с игрой. Да? Ну вот она. Так. Потом открываем. Перенесли. Потом открываем вот этот второй файл. И вот эти два файла,
вот в геймдате создаем папку вот эту вот текстура unlimited stock, чтобы она вот так называлась, и переносим в эту папку собственно вот эти два файла: текстуры и текстуры бла-бла-бла сток. Ну то есть вот. Ну и читай, я тут сделал для себя. Это я перевел то, что он пишет. Вот, перетащите содержимое в папку GameData, текстура Unlimited Stock. Ну, собственно говоря, можно вот сюда перетащить просто в текстуру Unlimited. Вот я вот сюда первый раз перетащил, у меня тоже все заработало. То есть вот эти два файла, текстуры и текстуры Unlimited Stock, вот сюда вот перетаскиваете вот папку, и она работает тоже. Ну, можно отдельную папку создать. В принципе, как ее назвать, наверное, не имеет значения. Текстура Unlimited Stock, или может быть не так, но вот я сделал, как он написал. Так. И все, и после этого... и после этого, собственно, можно запускать игру, и, значит, в игре появится отражение, reflection. Вот. Ну, а как два шара сделать? Ну, это надо в Unity ковыряться. Сейчас, может, тоже покажу. Ну, собственно, я даже не знаю, что тут показывать. Просто надо в Unity создать объект, сферу. Так. Сделать размерчик тут какой надо. Допустим, такой. Так. И, значит, и назначить материал. Ну, а сейчас так. Ну, вот, допустим, вот в этой папке делаем материал. Создать материал. Так. Называем его как-нибудь 1, 2, 3. Там. Ну, понятно, да? Здесь указываем, он стандартный будет. Здесь вот так вот делаем. Так, сейчас. Точно так. А, ну я тут делал альбедо альфа. Ага. Альбедо альфа. Я, правда, не знаю, насколько это правильно, может, неправильно. Все, и вот здесь в альбедо указываем какую-нибудь текстуру. В принципе, я указывал вот эту вот для меча, допустим. А, нет, не эту. Блин, у меня галочка, это, стрелочка выключена. Не поймете, куда я жму. Ну, вот эту, допустим. Все, и переносим на шар. Вот, и получается вот такая текстура. Ну или вот у меня созданный уже материал. Вот в альбедо стоит текстура меча. А здесь металлик. Ну, можно порегулировать. Смутчес на максимуме, альбедо альфа, и карта нормальная тут стоит у меня, но это от меча у меня нормально стоит. И можно, в принципе, если вот для этой, допустим, текстуры здесь нормальные и не надо никакие, все равно будет отражать. А что тут еще? Остальное вроде то же самое. А, ну тут еще вот эта вот фигня какая-то стоит. Альфа-канал, не альфа-канал, а я его потемнее чуть-чуть там делал. Я не знаю, можно это... Ну, это можно варьировать, можно делать, можно нет. Пофиг. И все. И потом этот мяч засовываем в геймдату вот так вот. Ну, в гейм-объект, то есть, и сохраняем. И то, что сохранили уже... можно переносить уже в игру. Там конфиг написать, ну, в смысле, скоммуниздить, и все, и заработает.
В общем, гайд по тому, как делать вот такие блестючие детали. Да, собственно, вот он, весь гайд, все. То есть, ну, тут больше ничего не надо. Я тут ничего не делал больше. Для того, чтобы вот такой мячик сделать. Тут все просто. Все стандартное. То есть раньше вот этот вот шейдер стандарт, он в КСП не работал. Вот он стоит, шейдер стандартный. Что в КСП работал только вот эти шейдеры, КСПшные. Всякие альфа-каналы, банты с фокуляры, диффузы, партиклы вот с некоторых времен стали работать. И т.д. и т.п. А теперь я просто здесь указываю стандартный юнитевский шейдер-канал. Ну, шейдер, наверное, не канал. И все, и все у меня вот как в Unity выглядит. Так примерно и в КСП. Благодаря вот работе этих ребятишек. Ну все, пока.